Всем привет! Тем, кто читал Данте, Божественную комедию, знает, что самый большой грех там внизу, согласно Данте, как говорится, классификации грехов, самый большой — это неблагодарность. В самом низу находится. Считается самый большой грех. Так вот. Как говорится, чтобы как говорится, не совершить большой грех, я хочу сказать спасибо своему дяде Валику, который подарил мне вот то, что сейчас на мне-то, Версачи костюм он мне подарил. У меня еще есть брюки. Это сейчас я сижу в такой кофточке. Но мне надо худеть. Она когда-то на меня была хорошая, сейчас так. Ну ничего, нормально. Да, я хочу прочитать стихотворение. Хулиганское, естественно же. Ну, сами понимаете. Стиль Миши Солиты. Это вам не Зощенко и не Жванецкий, это другое. Ресторан на бульваре. Ресторан на бульваре. Время обеда. За каждым столиком своя беседа. Хочу собаку купить. Жена не дает. А собака даст? Но ты гонишь, Федот. А за другим столом разговор о том, о сём. Путь к сердцу мужчины лежит сквозь желудок. Об этом знает любой недоумок. А насчет женщины хочешь сказать? Путь к ее сердцу не может лежать. Официант, похоже, устал. За крайним столом назревает скандал. Сколько вас можно попусту ждать? Что изволите заказать? Мне яйцо. Зажарить, сварить? Нет, почесать. Но ты дашь говорить? А в углу сидит путана с ухажером, что ни странно. Вы далеко, мадам, не дура. С чего вы это взяли, Шура? Я и вблизи еще молодка. И совсем не идиотка. Эти одесские рассказки, конечно, подлежат огласке. Можно где-то пошутить, посмеяться и забыть. Я вас обнимаю.